Вот в этот раз я смог чудом эту заставочку записать. Просто невероятно заряжающие звуки. Красивые ягодицы эльфийки. Опять этот злостный вампир. И опять, собственно, наш Антон со своим кнутом. Антон с кнутом. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Это, ребят, вторая серия по вампирам Survivals. Потому что в первый раз, ну, былочку. Булочка. Короче, было парочку хороших траев, но я в целом был недоволен. Сборки были корявые, что-то не пошло, какие-то тупые смерти. Как бы поэтому сегодня, ребята, задача минимум 25 уровень, максимум 30. Конечно, может и больше получится, я не знаю. Короче, серьезные заходы, хорошие сборки, я постараюсь выжить. Я прочувствовал, что к первой серии вы уже набрали 8 лайков и 4 комментария, которые я, собственно, с вас запрашивал, поэтому предполагаю на будущее, что они будут, и записываю новую серию. Напоминаю про ваши активности, про ваши лайкосики, про комменты, про колокольчики, все дело прожимайте, вот, а я поехал играть, потому что игра зацепила. Я себе даже сделал чаечек ободряющий. Понял, что без чаечка в такие игры играть просто невозможно. Нужна энергия, нужны, ребята, этот, как его, углеводы. Вот, углеводы нужны. Так, поехали. У нас мало денег, как бы, на прокачку особо не хватит. Хотя, может быть... А, вот, 260. На какие-то усиления у нас хватает. Вот, прокачка, собственно, той же силы, повышение максимального урона, регенерация, которая, бляха, кстати говоря, нихера ни разу не упадала еще мне. Я бы был бы очень рад, если бы она выпала, потому что регенерация это прям, ну, это то, что нужно. А броня 780 стоит максимальной жизни... Ну, давайте прокачаю себе тогда силу. Почему бы и нет, раз бабки имеются. Так, ладно, начать. Мы ни разу не играли за паскудину. Я даже не знаю, что у нее за удар стандартный, типа, чем она бьет. У нее, значит, снаряды становятся быстрее 10%. То есть, как бы, для нее, получается, лучше всего это какие-то вылетающие скиллы. То есть, что-то такое магическое снаря... А, даже нет, подождите. Потому что магия и так довольно быстрая. Наверное, для нее основа всего это всякие топоры и бумеранги. То есть, они будут быстрее вылетать, быстрее наносить урон. Слушайте, ну давайте посмотрим. Реально, мы за паскудину не играли, как бы. Антон у нас пока что must have. Я, кстати, это не показал в прошлой серии, в конце эффективность нашего захода. Там же потом в конце статистика была. Чтобы вы понимали, кнут надамажил в 3,5 раза больше, чем ближайший урон. То есть кнут, который мы в прошлый раз прокачали, прям ломал щи в касание. Там единственное, наверное, я вот ошибся. Надо было посылать в жопу эти, господи, все эти прокачки с магией и прочие вещи. И взять себе немножечко брони. То есть, если бы у нас был чеснок, который нас защищает и отталкивает противника, плюс броня, мы бы так не отлетели от этой финальной волны гребаных скелетов. Скорее всего, я бы его прошел, вышел и просто пошел дальше. Но что было, то было. Так, ладно, паскудина Бальпези. Здесь, значит, снаряды быстрее каждые 5 уровней. Поехали. Локация все та же, пока что в библиотеку не иду, мне очень страшно, поэтому идем просто в леса. В леса у лесочки. Поехали. Так. Ага, ё-моё. Я даже не совсем понимаю, что это такое. Какой-то а-ля бумеранговый выстрел стрелы. Блин, с одной стороны прикольно, с другой стороны как-то он очень тяжело контролируется. Я так понимаю, он от лица стреляет. То есть надо контролировать, куда ты смотришь. А, нет, тоже на рандоме. Пока что не ясно. Пока что орудие малоэффективное. Он не всегда рикотешит, что-то неясненькое. Так, вот, чем я не играл, значит, в наших записях. Топором. У нас как раз таки сейчас есть скорость полета снаряда. Это наш бонус нашего героя. Берем топор. Топор-то такая вылетающая херня случайная. Вот она. И, собственно, ее скорость падения. Посмотрим. Будем играть на полном рандоме, может что-то получится. Урон топора, в принципе, неплохой. Оп, сразу подвоим. По 26, это где-то половина от того, что может огненный шар. То есть цифры достойные. Блин, ну конечно, пока что персонаж, я бы сказал, странный на фоне остальных. Прям странненький. Так, я уже нашел тварыну, которая нам дает, получается, сундучки. Крест тоже есть у нас, такая вещь. Бумеранговый летающий крестяра. Я думаю, надо брать. Все, что у нас со снарядами, все, что вот в разные стороны, как бы. Чем больше будет этого вот урона случайно в разные стороны, тем нам будет лучше. Тяжело пока что вообще что-либо контролировать, честно говоря. Потому что вообще снаряды вот в случайные стороны вылетают. Как, что, непонятно. Но при этом, конечно, цифры дамага сильно выше, чем у просто кортиков. Так, давай, разваливайся.
Вот реально, за Антона вначале легче всего фармить вот эти вот случайные призрачные летучие мыши. Что ты просто конкретно ее бьешь. Опа, экстра левел. Сейчас, момент. Мы доберем здесь. Так, чеснок, крылья, скорость перемещения, базовый урон креста. Блин, я бы, наверное, даже взял себе скорость перемещения сразу. Не самая, конечно, хорошая вещь, но сразу возьму ее. Просто здесь скорость порой решает. Чтобы ты мог просто уйти. Уровень, конечно, крайне медленно идет. Прям крайне медленно, потому что я убиваю мало противников. Из-за странного урона. О-о-о, хотя вот эту штуку наш удар прорезает мое уважение. Так, рунтрейсер. Это, я так понимаю, это и есть наша вот эта руническая атака. Увеличение базового урона, увеличение скорости ее. Давайте повысим. Я до этого вообще не играл, если вы понимали, этим рунтрейсером. О-о-о! Кстати, при этом я очень много опыта фарманул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас бумеранг просто прорядил, вы видели, что было? Ёлки-палки. Ну, это было жестко. Халявный опыт полетел, халявный опыт. Так, чарующий крест во врага ближайшего. Точнее, чарующий жезл. Поехали тоже. Нам нужно как можно больше спама в разные стороны. Я буду в количество идти. Не в качество, а в количество в этот раз. Блин, сейчас бы магнитик хотя бы первого ранга. Тут бы я уже насобирал себе на два опыта. Что-то валяется, зараза, подобрать не могу. Ну, слушайте, рунтрейсер вот сейчас по толпе. Он прям прорезает. Нормально так прорезает. Так, крылья это еще скорость, либо случайная молния. Случайная молния. Больше рандома. У нас скатка будет за рандом просто. За случайность. Мы отдали все в ручки судьбы. Так. О-о-о-о-о, просто прорезь. Хорошо. Сундуки нужны, нужны сундуки. Так, поперли скелеты. Это уже не смешно. Новый уровень. Так, броня, скорость, либо Библия Короля. Слушайте, я даже не знаю. Ну, контактного боя у нас не намечается. Давайте Библию Короля. Блин, а можно выйти, пожалуйста? Вот в прошлый раз, опять же, когда у тебя кнут, и ты идешь лицом к лату, ты понимаешь, что он сейчас кнут сработает через секунду. И у тебя есть шанс пробиться. А здесь как бы можно этого удара не дождаться. Он может в другую сторону полететь. Ладно, не будем пока нагнетать. Уже, как говорится, восьмой уровень набили каким-то образом. Но сборка крайне всрата, я бы сказал. Так, брат, ну умри ты, пожалуйста. По тебе и топор залетает, и бумеранг залетел. Ну помри. Ну, ну дружище. О, господи. Опа. Крутись, родная, крутись. Так, плюс молния. Плюс молния, это хорошо. Плюс молния, это хорошо. Молния делает незаметную работу, которую ты не замечаешь перед собой, но если вот открыть после этого магнитик, ты просто будешь понимать, что молния дает тебе халявный опыт где-то на локации. Она разбивает противников, опыт валяется, бляха, но забрать мы его не можем. Так, плюс здоровье, плюс удача, либо плюс еще один выстрел, чарующий, плюс выстрел. Очень нужен магнит, очень. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Наверху оставили просто очень много опыта и огнеметик. Ой, ну поехали. Кайф. Блин, а противников было очень мало. Было очень мало противников вокруг. Так, увеличение базового урона или продлевание эффекта на 3 секунды. То есть будет дольше лететь. Поехали. Блин, теперь магнит нужен. Столько, по-моему, убивали, а толку нихера. Уже по две молнии сажается. Давай, 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 давай. Ух, хорошо-то как. Еще больше, больше. Нужно больше золота. Плюс снаряд рунтрейсера второй. Ёлки-палки, слушайте. А этот навык потихонечку раскрывается. Просто он такой пронизывающий прям. Теперь у нас два шара везде летают. Слушайте, ну мы прям, смотрите, пока что враг не может подойти. От нас слишком много говнища летит в сторону противника. Противник в шоке. Так, здравствуйте, мистер босс. С мистера босса падает сундучок, его, конечно, желательно убить. Но опять же, у нас неконтролируемый урон. Давай, 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 в него, все в него.
Тихо. Нужно сломать его. Нужно сломать его морально. Сломай его полностью. Так, левел ап. Плюс топор, плюс увеличение базового урона, плюс еще один топор. Два топора теперь. Два топора, ребята. Блин, я хочу босса сломать именно этого. Сейчас, ну, там будет другой потом еще. Нельзя уходить куда-то в сторону от этого паренька. Нужно, чтобы его чем-то било. Вот топориками случайными. У нас как бы много пронизывающего урона, поэтому будет там потихонечку залетать. Рано или поздно он сломается. Правильно, правильно. Давай, да. Опа! Вот она, вот она, вот она! Крути! Так, плюс прокачка этого, бумеранга. И что у нас сейчас там будет? Ускоряет... А, увеличит базовый урон, понял. Блин, нам бы, конечно, было бы прикольно, если было бы два бумеранга в разные стороны, как это было с кнутами. Это было вообще, наверное, что-то жесткое, имбучное. Потому что бумеранг-то еще возвращается. Оно-то и бумеранг. Курочка, 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 лежит роднулечка сюда. Причем текстурка курочки самой вот она нарисованная какая-то, не знаю, максимально знакомая, будто я где-то видел ее. Которую в World, ну в Warcraft, короче, в Вовке. Которую где-то еще, ну, прям супер знакомая. Опа, магнитосик! Так, уменьшение отката оружия на 8%, пустой том. Это одна из самых сильных прокачек, я помню, просто по цене, если ориентироваться. Она стоила за косарь с копейкой прокачка, их всего два уровня было. Это откат всего вида оружия на 8%, это, ну, что-то невероятное. Опа, увеличение, так, скорости на 20%, увеличение размера, удачливее атака. Я думаю, крест, я думаю, бумеранг. У нас теперь бумеранги просто вылетают по кдшке. Слушайте, сейчас окажется, что сратая вот эта вот паскудная сборка на паскудию Кимпельдаль будет самой успешной, прикиньте. Вот так-то, блин. Так, деньга. Но единственный минус, до сих пор нет магнита даже первого ранга. То есть вот я вот, видите, перестал опыт собирать. Враги стали более плотными. Ты их не так быстро убиваешь и... Так. Хорошо, хорошо. Идем вниз. Надо забирать эту еще мышету. Нужны сундучки. Вот эти, кстати, волны сейчас для меня просто услада, потому что это дополнительный опыт халявный. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Где-то что-то кого-то бьет, судя по звукам. Ох, начали грызть хорошо. Я же до сих пор без брони какой-либо. Так, магнитосфера, наконец-таки. Надо только сейчас выйти отсюда нахрен. Все. Правда, первый ранг, радиус очень маленький, но хоть что-то. Тихо, не кусаться. А то я сам сделаю кусь. Поехали по полям собирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же вкусно. Ой, мы тут столько всего оставляли, когда ходили. Я просто не собирал, потому что не мог подойти. Так, левел ап залетел. Еще рун... Ну, я пока рунтрейсер просто качаю, я не знаю. Он какой-то имбалансный. Честно, он просто сам летает по карте, сам делает всю работу. Я так, отдыхаю на щиле. Чисто планирую свои движения, куда идти. Так, все, вот на стадии. Это какой у нас? 8-я минута. 16 уровень, появляются большие летучие мыши, которые, гады, очень плотные. Но вот невероятно, посмотрите. Вот я одну бью, уже дал по ней 3 залпа магических шаров, бумеранг, и она только сейчас умерла. Очень плотные, ребята, очень. Тут прям очень много опыта лазурного. Новая пушка, опыт. Либо рунтрейсер, увеличение базового урона и продлевание эффекта еще на 3 секунды. Либо плюс крест новый. Но есть шанс докачать себе рунтрейсер уже до 8-го. Я думаю, там на 8-м какая-то будет просто ебала ебейшая. Давайте, наверное, немножечко пожмем рунтрейсер. Хотя, конечно, плюс бумеранг было бы супер. Но рунтрейсер и сейчас, посмотрите. Просто по всей карте где-то там как-то прыгают. Так, экстра опыт. Экстра бау. С вами Ликей. Не знаю, почему я сейчас вспомнил. Раньше был такой канал знаменитый. Топ-5, дай 5. Наверное, в году 2015. Я не знаю, почему, но просто в башке заиграло, простите.
немножечко нотки ностальгии. Мы играем в старую игру, вспоминаем старые каналы. Так. Блин, реально не ломаются. Я бы хотел, конечно, убить такую вот... Я еще не убивал такую летучую мышь из новых призрачных. Походу, этого не предвидится у нас в скором времени. Даже не могу подойти. Тут озера, они сильно мешают. А мои рунтрейсеры вроде бьют, но я не вижу, что прям эти летучие мыши умирали. Вот, вот в чем беда. Вот эти вот, я, видите, выстрел один залп, они сдохли. А в этих дал 5, и они живы. Вроде и молния херачит. Ужас какой-то. Сейчас бы дали огнеметик, было бы очень даже кстати. Вот тут-то мы не заметили противника. Вот он где подвох был. Ёлки-палки. А что делать, как быть? Так, ну главное не попадаться на укус к летучим мышам. От них урона, мне кажется, больше, чем от босса. Твою мать. Ага, вот здесь ряды цветов немножечко пошатнулись, я бы сказал. А вот там мы кого-то убили. На, экстра опыт выпал. Экстра опыт, экстра опыт, экстра опыт. Так, еще плюс снаряд рунтрейсера. Пытаемся выйти, вышли. 3 снаряда рунтрейсера. 3! Просто залпы со всех... Ох, блядь, там сейчас такая была мясня справа снизу, если вы видели. Они все 3 полетели в одну сторону, и просто там урон был какой-то сумасшедший. Где-то цифры там, ну, просто тысячи. Тысячи-тысячи измерялись в этом моменте. О, вот, началось, началось. Дальше этого мы еще ни разу не были. Сейчас нужна только удача, чтобы рунтрейсер выдал мне... Путь, 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 путь! Путь, рунтрейсер! Нужно выйти! Территория. Так, топоры, топоры. Плюс урон, плюс здоровье. Нужно выйти, выйти. Нужно найти выход. Пробивай, родной, пробивай, пробивай, пробивай. Куда-нибудь пробей, пробей проход. Пробей. Нашел, нашел лазейку. Налево. Наверх. Блять, нет прохода, нет прохода здесь. Пробивай, пробивай ряды, пробивай, родной, пробивай, пробивай. Тут деревья, деревья это плохо. Пробей вверх. Топорик, спасибо, спасибо, топорик. Просто сейчас на секунду, посмотрите в правый нижний угол. Это полетели туда в толпу мои рунтрейсеры. Ёб твою мать. Так, максималка либо пропускает снаряд сквозь двух противников, либо продлевает эффект. Ну я, наверное, качаю рунтрейсер дальше. Сейчас это просто вещь, которая работает на карте сама, без меня. Работает крайне эффективно, я бы сказал. Курочка! Курочка моя ненаглядная! Руки твои держу, слов не нахожу. Где же ты? Где же ты, родная? Волки появились! Твою мать, твою мать! Так, вышли, вышли, вышли из зоны массовых скелетов. Нужна курица. Работать с таким количеством жизни невозможно. Просто невозможно. Твою мать. Волков мы еще не видели, ребята. Это уже новый уровень. Но у нас программа минимум это 20-й. Экстра деньги. Меня зажали, все, я сам себя под деньги подвел. Все. Да. Деньги меня продали, надо было за ними не идти. 20-й уровень, дальше пока что мы не продвигаемся. Это, конечно... 3700 убитых противников. Блин, но заход был неплохой. Неплохой заходик. Я недооценил рунтрейсера, реально пробивали мое уважение. Жесткая штучка. Блин, грустно. Ну, хочется сделать вот так вот просто. Я сам себя продал. Там был выход нормально наверх, но я такой, пойду, заберу деньгу. Причем это экстра деньга, это 100 голды. Ну, давайте еще, наверное, траек. Давайте, новое достижение. Победить в общей сложности 3000 врагов. Второе. Рунтрейсер 7 уровня. Практически открыли последнюю максималку. И выжить 5 минут с паскулиной. Я хорош. А вот и урон от рунтрейсера. 84 тысячи урона. Уничтожающие цифры. Просто уничтожающие цифры. Охренеть. 112 в секунду. Боже, что она творила. Но мы в этот раз опять очень мало всего находили. Посмотрите, как мало всего. Одна магнитка была. Грустненько, грустненько. Даже покупать, по-моему, особо нечего на сейчас. На наши деньги бомжатские. Да, купить особо нечего. Начать, 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 начать.
Можно, конечно, было бы какой-нибудь герой открыть за 600, можно насобирать. А там что за прокачки? Сразу плюс один снаряд, все виды оружия у Дженара Бельпези. Блядь, Дженара, то слушайте, походу, нихера себе. Арка Лондона, время отката оружия уменьшается. Блин, надо накопить, наверное, себе сейчас 600, купить нового героя. Не знаю, за кого идти, даже, честно говоря. Получение опыта. Ну, давайте еще раз, наверное, за Имельдочку. Дальний бой, огненные шары. Давайте попробуем библиотеку, чтобы какое-то было разнообразие контента. Так, библиотека, здравствуйте. Ой-ой-ой. Так и здесь реально сложнее сама локация, подождите. Куда я полез? Нам сюда, походу, рано еще было идти. Так, чеснок, ножи. Давайте ножи, что ли. Правда, вот ножиком нужно управлять, чтобы он, видите, от лица себя стрелял, куда я смотрю. Блин, очень много противников, они какие-то все ужасные. Что за страшномордые твари? Ай-яй-яй. Не, нам сюда, скорее всего, еще рано. Нам просто не хватает прокачек, которые надо покупать там по книжкам. Ножик, наверное, работает только если ты играешь за Антона. То есть там у тебя кнут всегда есть. А здесь как бы... Хотя, с другой стороны, он позволяет тебе пробивать проход на лицом куда надо. Так, топор, библия, топор. Топор супер понравился. Полетел. Сразу по двоим. Давай, давай, топорик. Блин, там такая кучка опыта после них осталась. Ёлки-палки, их еще больше стало. Ужас. Кстати, а локация, что-то я пока не понимаю. Есть в ней проходы? Она какая-то очень маленькая. Ломать можно светильники за деньги. Так, ну это явно тут уже больше интерактива, я так понимаю. Локация супер маленькая. Надо больше походить в стороны тогда получается. Может, что найдем? Так, наручи, топор плюс один. Два топора. Понятно, сборка будет через топоры у нас в этот раз. Топоры, это не... Топоры, ножи! Все, как говорится, остро колющее. Да, тут, походу, очень узкая локация, но в сторону ты можешь идти далеко. Но очень узкая при этом. То есть нужно планировать отступление заранее. Но здесь, чувствую, мы далеко не проживем, скорее всего. Конечно, пока что без паники, но... Топорики, топорики полетели. Это вот так в толпу топоры залетают, это просто это услада. Опа! Ё-моё, это что такое? Что-то нехорошее. Какие-то стаи из прутов. Зеленые козявки из носа. Ужас. Так, еще левел ап. Чарующий выстрел, либо птичка. Слушайте, блин, здесь настолько все близко, что может... А, у нас же снаряд, это стандартный наш навык. Это плюс снаряд еще... Нет, надо брать снаряд. У нас же, мы же маг, я забыл. Курочку, вижу курочку, вижу курочку! Хорошо. Блин, непривычно, слишком узко. Невероятно узко, я бы сказал. Да, конечно, для масс скиллов это плюс, наверное. Но это то, чтобы они пробивали врагов сразу. Вот в чем беда. А мы пока что не пробиваем сразу врагов, нас жрут. Так, следующий уровень. Рунтрейсер дают. Ёлки-палки. Плюс два ножа. Нет, давайте рунтрейсер. Мне кажется, здесь рунтрейсер будет просто... Это его локация. Просто как он залит? Посмотрите! Надо было здесь за паскуду играть. Опа, мумия. Эта локация чисто под рунтрейсера. Как он их прорезает? Здесь же очень узко. Они все в кучке. Ё-моё, я об этом даже не подумал. Так, чарующий выстрел плюс ножик. Заклинатель. Продлевает эффекты оружия 10%. Эффекты оружия... Да типа там замедла такого, у нас не особо есть эффекты, поэтому... Давайте чарующий залп, чтобы быстрее стрелял. Хорошо, хорошо. Тут очень нужен магнит. Опыт весь в узком пространстве, он будет легко собираться, если будет хотя бы первого уровня магнит. Хотя бы первого уровня. Блин, ну рунтрейсер, мне кажется, уже передамажил другие пушки вот за эту минуту, когда он появился. Сумасшедшие цифры выдает просто. Так, прокачка рунтрейсера, либо рунтрейсер. То есть тут надо его гнать до самого конца, это его лока. Вижу курочку. Я пока при жизнях, поэтому...
Хотя, возможно, скоро их не станет. Там даже две курицы положили, что за прикол. То ни одной, то две курицы. Но пока не забираем. Буду иметь в виду, что они здесь есть. Блять, как же много опыта я не дособираю, потому что нету магнитки. Огненный жезл. То же самое. Здесь, блин, очень узкое пространство. Сейчас будет такой харчок огня. Хорошо. Блин, мне пока эта локация нравится больше. Плюс здесь нету приколов, как там с боссами, которые тебя закрывают зоны. Может, сейчас, конечно, что-то появится, но... Я пока стою и просто чилю. По-моему, эта локация даже попроще будет, чем первая. Так, чарующий плюс и еще один выстрел чарующий. По три теперь. Боже, это какое-то массовое разрезание. О-о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 -
базового урона жезла. Я качаю жезл тоже на максималке, это наш базовый навык. Поэтому это наше все. Так, плюс снаряд, плюс опыт, щит. Два ножика. Не особо ими пользуюсь, честно говоря, но рано или поздно пригодится. Опять же, ножи — это возможность контролировать условного босса. Тут пока не было ни призрачных, ни боссов, но, мне кажется, появится. Так, молния, либо увеличение огненного жезла, либо топоры дальше гоним. Я думаю, гоним дальше топоры. Сундучок выпал, сундучок выпал. Первый. Даже не знаю, с чего и откуда, но он выпал. Надо забрать его. Только вот как это сделать? А вот наши жизни потекли. Вот сейчас курочка пригодится, походу. Бляха, как же тебя забрать-то, сундучок? Сундучок, вернись, я все прощу. Так, плюс рунтрейсер. Даже не смотрю на другие прокачки. Поехали. Прокачка ножа, блин. Если бы он еще в разные стороны кидал, типа в спину и вперед, в перде. Плюс снаряд, плюс урон. Три уже. Три ножичка. Ну, это нам пробивать лицо, то есть, если нас будет прям зажимать, я смогу ножичками вот так пробить. Опа! Это не читы, ребята, это не читы. Я не знаю, с чего оно падает, возможно, с таких вот зеленых козявок. Они для этого здесь и есть. Еще прокачка ножей. Ну, все, все, ребята. По лезвию ножа ходим, мы теперь Росомаха официально. А, еще плюс снаряд, 4 ножа. Просто мастер кидания. Еще левел... Еще снаряд рундрейсера. Я боюсь, я не знаю, тут пока что даже нет новых монстров. Это какой-то легкий заход. Я уже 15 уровень, уже 16 полетел. Пропуск через два бойца с топора. Давай, 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 давай. Просто какая-то халява. Еще рунтрейсер. Отдыхаем, просто отдыхаем, ребята. Отдых, курочка, забрали. Я всю локацию уже расчистил. Не, на первой, конечно, хардкора было больше. Там меня прям унижали. Там ты прям чувствовал повышение волн. Плюс наряд чарующего, еще один. Боже, я Танос со всеми камнями бесконечности. Да, походу, какая-то фарм локация. Тут может фармить деньги. В счет ломания светильников стабильно. О, еще деньги валяются. Курочка валяется. А, здесь, походу, курицу тоже можно убивать, ломая вот эти предметы. Так, новые бойцы появились какие-то. Не особо жесткие, с мечами. Скорее всего, у них много урона, но они очень медленные. Плюс деньги, плюс курица. Понял. Просто игра все делает сама. У меня слишком много массового рандомного урона. Так, магнитосфера. Отлично. Давай, 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 давай. Поэтому по 4 ножа уже просто в развороты во все стороны. Опа, 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 убейте ее, это подрывная женщина. Блин, сейчас туда справа, если снизу зайти, там столько опыта. А, вот теперь началось веселье. Если их станет сейчас прям много, этих подрывных женщин, я про них уже даже забыл. Мани, 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 мани. Тихо, 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 не подрываемся.
Пытаюсь выйти. Рунтрейсер новый. Больше урона, больше скорости. Так, сзади было две курицы. Возвращаемся к ним. Их, по-моему, не собирал. Идем в ту зону. Да, я оставляю позади себя очень много опыта, но что поделать. Потом, если выпадет магнитка, мы пособираем все с локации, не переживайте. Пытаюсь пробиться к тем курочкам. Вперед со снарядами огня! Бля, ну Рунтрейсер, конечно, мне кажется, в этой катке выдаст какие-то цифры невероятные. По-моему, это самый сильный залп из того, что у меня сейчас есть у этих героев. Мне теперь интересно, что там у новых героев. Нужно было нафармить, если не ошибаюсь, 350 голды, чтобы открыть следующую игру. У нас пока что 211. Но будем верить лучше. Вот они, курочки остались. Наша сейф-зона. Какой-то крест. Нифига себе! Какой-то крест! Хе-хе-хе! Одни ножи. Одни просто ножи качаются как бы даже без моего ведома, понимаете, не сами качаются. Там уже, по-моему, пятый ранг, если не ошибаюсь. Еще плюс один снаряд ножа. Они просто сами качаются. Так, плюс один залп чарующего жезла, либо топора. Что у нас больше прокачано? Жезл. Хочу довести его до максимального 8 уровня. Давайте, давайте, гады, давайте. Я готов. Ай, укусили. У нас две курицы. Опа! Пошел спам. У нас две курицы справа есть, так что... Точнее, слева. Да, надо куда-то пробиваться, надо куда-то пробиваться. Ой, нехорошо. Так, плюс... А, и вот финальная прокачка, это урон, либо плюс один рунтрейсер. Ну, блин, один рунтрейсер, мне кажется, больше зарешает, чем просто урон. Охренеешь! Курочки, я иду к вам! Или не иду? Красная женщина! Нет! Пытаюсь куда-то обойти. Давай, 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 рунтрейсер! Огненный залп, дополнительный шанс заморозить противника временно. Мне кажется, огненный залп. Больше урона в него. Пробиваемся. Так, максимальная прокачка. Максимальная прокачка огненного залпа. Максимальная, больше не бывает. Просто пытаюсь куда-то выйти. Мои ножи пробивают мне путь. Вообще налегке. Они бесконечны. Меня забирают в кружочек. Нет, нет. Наверх, 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 наверх. Так, уменьшает откат всего орудия. Том, сюда. Том и Джерри. 25 уровень взят. Конечно, не на той локации, на этой, но... Программа минимум уже сделана, ребята. Программа минимум сделана. Ух. Бля, сейчас бы реально магнит поднять, потому что я на локации много чего оставил с правой стороны. Опа, вот и первый босс какой-то. Патрик, не знаю, звезда. Либо это как демон из Дума. А, это лев. Ёб твою мать. Тихо. Тихо. Так, ну, гоним дальше, ускоряет снаряды. Не знаю. Гоним дальше ножи. Раз уж такая пошла песня уже. А босс у нас ножа... Давай, 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 ножи, 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 боссов, босса, ножи. Бляха, они сломали его. Хотя выдали по нему довольно жесткий залп. С ножей. Опа! Тут, короче, бывает джекпот. Опа, это что такое? Еще одна прокачка на жезл? Не понял. Там же было 8 их всего. Улучшенный световой жезл! Улучшенный, подожди, подожди, улучшенный чарующий жезл? Что? То есть прокачек больше, чем 8? А-а-а! Так это нихера себе. Неплохо. Но у нас теперь просто жезл как с пулика херачит. Просто посмотрите. Залпы магии во все стороны. Так, мне очень нужен магнитосфер. Блин, на этой локации, наверное, огнемет это что-то вообще имбалансное. То есть ты ломаешь просто миллиарды врагов. Так, улучшение магнитки. Пускай еще не снаряд, увеличит базовый урон. Нет, еще одна магнитка нужна. Чтобы с большей дистанции забирать свой опыт. Боже,
Просто позади меня, как бы, рунтрейсеры сами дамажат какие-то непонятные вообще цифры. Мне страшно становится от этого дерьма. 27 уровень уже, 27 уровень, ребята. Ну, скажу честно, эта локация менее интересна, чем первая. Там и боссы, и закрывающиеся локации, и здания. Здесь как-то все довольно просто. Может, конечно, я сборку собрал такую, что мне слишком легко. Но тут и разнообразие мобов меньше гораздо. Наверное, разработчик думал, что раз будет узко, то будет сложнее, но я бы не сказал. Опа, появились бартаки с сундучками. Ломаем его, ломаем всем залпом со всех орудий. Быстро уничтожим. Давай, 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 давай. Так, новый уровень. Плюс топор, плюс... Ну, плюс топор. Хотя ножик на максимальной штуке прокачает. Нет, плюс топор. И... Книжка, книжка, откат. Это супер прокачка. Это откат еще на 8%. Это просто, это жесть. Давай, 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 давай. Не ощущаю никакой нагрузки на свои пальчики. Боже, уже даже глаза немножко устали. От рунтрейсеров, которые ломают позади меня просто все. Так, максимальная прокачка сферы, по-моему, там третья, это максим... А, их там 5. Понял, тогда качаем дальше. Сейчас опыт со всей локации будет сам ко мне присасываться. Сам по себе. Может, надо просто идти куда-то в одну из сторон, типа там, предположим, влево, до упора. Может, там новая локация какая-то будет. Плюс броня, плюс Библия Короля, плюс магнитосфера. Качаем дальше магнитку. Увеличивая еще радиус всасывания опыта. Просто иду налево. Мои ножи обеспечивают пробивку любого количества противников. Они даже не ощущают какого-то, не знаю, сопротивления. Ну вот, какое-то большое дерево появилось, но оно не ломается. Вот дерево, да. Но это какой-то мини-босс. Я думаю, он сейчас тоже сломается, скорее всего. И он сломался. Так, новый уровень. А, плюс огненный жезл. А нет, не сломался, падла, он жив. Оп, сундучок. Давай джекпот! Так, деньги полетели, очень даже хорошо полетели. Прокачка рунтрейсера. Ну, это 31 уровень, ребята. Программа максимум на эту серию уже выполнена. Повышая длительность полета на 0,5 секунд. Миллиарды опыта, миллиарды. Так, плюс зал, плюс еще один ножик. Давай ножик уже прокачаем до конца. Супер-мега-ножи. По-моему, здесь меня уже бить просто невозможно. Я могу так играть бесконечно долго. Так, плюс мои жизни, плюс броня, плюс защита от урона. Наверное, просто плюс броня. На случай, если меня будут кусать вблизи, я буду защищен. Ну тут, конечно, ребята, я боюсь, я уже просто Days Machine, Machine Gun. Так, чеснок, либо еще прокачка жезла. А, еще один, еще одна прокачка ножей. Чтобы они пролетали сквозь врагов. Финальная, 8-я. Опа, опа. Но боюсь, даже эта толпа просто ломается под действием моих ножей и рунтрейсеров. Просто посмотрите. Так, плюс кнут, плюс рандом молния. Давайте рандом молнию. К сожалению, монстры не могут справиться с моими ножами. Не могут. Магнитосфера до максималки. Поехали. Просто со всей локации теперь опыт мой. This is mine. Эти левелы полетели. Плюс снаряд молнии, еще один. Посмотрите, я опыт получаю ежесекундно. Сейчас уже будет новый опыт. Так, плюс топорик. Экстра опыт с летающей призрачной этой. Летучей мыши. Пропуск через врагов. Топоров. Халява. Халява. Ууу, что это было? Я поднял вспышку какую-то. Увеличение максимально наносимого урона. Давай. Всего урона, который есть. Опа, вот это нехорошо. Вот это нехорошо.
Интересно, в игре появятся боссы, которые могут сдалека атаковать? Мне кажется, рано или поздно появятся. Это было бы очень даже логично. Надо забирать ее, скорее всего. С нее, наверное, вкусняшка какая-то будет. Пытаюсь пробить ее ножами своими, которые жесткие. Ё-моё, а другие, кстати, монстры уже просто кончились. Сейчас только коронавирусы. Сраные коронавирусы, какие-то козявки, блядь. Я не сдамся! Иммунитет вперед! Вирус не пройдет. Давай, давай, давай. Надо сломать ее. Блядь, сколько ты, зараза, жизней? Так, новый уровень. Топор максимальный, давай. Там уже полетели желтые цифры топоров по 96. Это какие-то, наверное, ультракриты уже, которые типа сверх нормы дамажат. Охренеть. Да сломайся же ты в конце-то концов. Так, что у нас здесь еще? Плюс огненный жезл еще, давай. Есть. Кстати, я насобирал уже нового героя, уже 500. Ну, блин, пока что без джекпотов. Опять обычная деньга. Плюс молния. У меня рекорд был, по-моему, что 159 джекпот был, когда мне дали 3 прокачки или что-то такое за один раз. Так, размер молнии плюс дамаг. Опа, летающая мышь. Сундучком. Сломать сразу ее. Давай, 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 давай. Хорошо. Плюс броня. Ну, я понял. Плюс броня. Плюс один. Да? Еще раз сразу левел. Еще плюс молния. Просто сейчас по всей локации раскаты. Топоры не чувствуют противников. Там реально по 96 урона залетает. Не, по-моему, я в этом заходе. Это мы можем сейчас снимать серию еще часов 10. Я не умру здесь никогда. Кольцо молнии еще, да. Здесь, ну, здесь можно просто стоять на месте, я не умру никогда уже. Постоим, подождем. Так. Тучи сгущаются, но мы держимся. Ладно, придется сдвинуться. О, вернулись эти женщины подрывные. Корона, увеличение урона, скорость снарядов. Давайте урон, наверное, увеличим. О-о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 ! Подрывные женщины, подрывные женщины! Нет, уходим наверх. Блин, если, конечно, женщины ваншотают, это реально проблема будет. Но это если, мы этого не знаем. Уже по 101 какие-то желтые цифры. Супер криты, 104. Еще плюс молния, еще одна. 17 минут. Я немножко даже подустал уже. Совсем капельку. Жесть. Мне уже даже интересно проиграть, просто посмотреть на цифры, которые там я выдавал. Ну, по урону, вот отдельные скиллы. Сейчас, возможно, топор уже догнал всех. Так, еще урон. Блин, а врагов стало, как назло, мало. Значит, реально стало врагов мало, у нас мало опыта. Я хочу больше опыта. Опа, на метле. Какая-то ведьмочка красивая. Которую мы просто заливаем градом ножей. По 105, новый рекорд 105. Давай, 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 ломайся, ломайся. Это новый босс, наверное. Так же, как было с медузой, тогда перли только медузы. Ой, только эти, соплячки. Так же сейчас перли только призраки. 47 уровень уже набрал. Еще плюс молния. Я думаю, где-то на часе, наверное, мы помрем, на часе по серии. Я реально уже подустал. Но эта локация реально не такая красивая и интересная, как первая. Там больше всего было. Что-то контента маловато. Еще плюс снаряд молнии. Просто молния где-то бьет, кто-то умирает. 111 урона топоров. Экстра опыт вижу вот здесь. А, плюс броня, плюс еще урон.
Плюс еще урон. Плюс жезл. Плюс урон. Я получил за раз 400 опытов просто. Ну, игра, прости, я тебя прошел, походу. Так, что у нас здесь? Становится удачливее. Эффекты ускорения снарядов наруче. Быстрее летим, быстрее. Но здесь нужно добавлять игре ответные атаки по мне дальние. Вот это то, что нужно разработчику давать. Если тогда еще нету сейчас. Здесь все бойцы ближнего боя. Мне нечего уворачиваться. Надо, чтобы были вражеские снаряды тоже. Это было бы интереснее. Новый рекорд 129 урона. Так. Уменьшение отката всех навыков. A few moments later. Плюс соточка денег, плюс курочка. Я еще и похилялся. Боже. Просто стоим. Просто чилим. Ну не, ребят, ну не. Опа, какой-то скелетик мы получили. Опа! Это что за покемон? Ёлки-палки. Так, скорость передвижения, эффективность оружия, максимальное здоровье. Скорость передвижения. Я маг, мне надо же будет двигаться быстро. Особенно от этих женщин взрывающихся. Бачели, кто ты? Я думаю, он кусает с одного удара, типа, сразу. Так, а вот, походу, я и перестал быть мега-супер-богом. Потому что потихонечку нас закрывают. Или мне показалось? Мне, походу, показалось. Или не показалось? Мне нужно этого паренька убивать. Непонятно, как это сделать. А, все, понятно. Опа, волна этих скелетосиков. Есть джекпот, наконец-таки! Наконец-таки для вас, ребята, для вас джекпот. Просто я в этой серии все выбил. Показал все вообще. Прошлый рекорд был побит, 159. Тройные ножи, тройная перчатка. Короче, тут полный комплект. Улучшенное все. Блять, теперь ножи просто. Будет это МГ-42 в моих руках. Том. Просто реально как будто я с пулика прожимаю. Я иду за опытом. Боже, что происходит? Так, базовые, от шаров, еще шары. 1000 голды уже накопил, 1000. 1000 за один заход. Экстра опыт, вижу, вижу экстра опыт. Очень мало мне съедал он. Бам! Еще, еще фаеры. Что там еще я поднял? Курочка была. Это уже даже не смешно. Не, по-моему, реально тут я не могу проиграть, ребята. Не могу. Это демон unbelievable. Жесть, просто. Подавляющая мощь. Еще откат уменьшаем. Больше рунтрейсеров. Блять. Ножи, которые я говорю, что это херня, оказались просто имба в конце. Так, летучая мышь с сундучком. Просто залил ее градом. Опять джекпот, два раза подряд. Я сейчас походу игру пройду. Тан-тан-тан. Две брони и какой-то череп. Не знаю даже, что это такое. Какой-то череп. Улучшенный огненный жезл. Проходит сквозь врагов. А-а-а, это вот эти шары. Улучшенные шары сквозь врагов. Мать, там теперь огромные каменные фаерболы. Метеориты инвокера просто. Воу-в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 оу. Жесть. Ну, девиз этого видоса — слово жесть. Броня, увеличение скорости моей.
Может реально уже погибнуть? Ну даже если я плохо хожу, игра сама за меня сойдет. У меня уже такие прокачки, что, ну... Так, броня, наручи, скорость, броня до 5 ранга. Я еще и танк буду сейчас. Невероятный. Решил проверить, что там по ударам. Ну, кусает меня нормально, в принципе. Но я не ваншот, то есть, это самое главное. Где-то укусов 6-7 надо сделать, чтобы я умер. Ну, потихонечку прожимает меня, но как-то вяло. Стоит мне направить свое лицо, взор, так сказать, в сторону противника, мои ножи все ломают. А у нас, походу, кончились слоты под прокачки, их всего можно делать 8 штук. То есть дальше мы качаем только скорость атаки, скорость передвижения, это все. То есть наша огневая мощь сейчас будет уменьшаться с каждой секундой, потому что она расти больше не будет. Но только что с сундуков будем выбивать себе экстра уровни. Какая-то стрелочка налево нас ведет. А, сундук упал. Обычный. Я уже даже к обычному, типа, знаете, ну, обычный. 40 голды плюс скорость. 50. Это смешно. Так, последний глоточек чаечка. Угу. Да, ребята, конечно, не позавидуешь, вам не позавидуешь. Еще скорость передвижения невероятная теперь вообще. Сейчас будет босс, скорее всего, какой-то. Просто ножами... Я не прорубаю их ножами. Что? Вау. А из чего они сделаны? Но молнии прорубают. У ножей белый урон, походу эти твари защищены от физического урона, и мы же магические. Блядь! Надо выйти наверх. Твою мать! Пытаюсь пробиться налево. Скорость полета снарядов увеличена. 65-й, ну это уже просто, я не знаю, они уже были везде, это какая-то экстра волна была, давайте посмотрим. Ох, блядь, 5 ачивок, магический жезл 7 уровня, 20 минут с любым персонажем, пентаграмма, магический жезл, 500 золотых монет, это я получаю за них, за прокачку после еще по 500 золотых монет, вау. Смотрите, средний урон от рун трейсера 541 тысяча, средний урон 400 в секунду, святой жезл 447. Самый высокий урон именно в секунду был от адского пламени. Оно меньше всех по времени было, видите, только 2 минуты поработало. Так когда мы в конце взяли экстра прокачку, но она дамажила по 2000 урона в секунду, когда вылетала. Это были сумасшедшие фаера. Полтос монет, 12 куриц, 10 сундуков собрал, но это было жестко. 24 минуты, 1200 золота. Там, по-моему, даже больше. 3000 золота, ребята. Я могу купить сейчас всех героев, которые здесь есть. Вообще, даже еще новый открывается. Так по ходу игры еще открываются другие герои. Получают больше снарядов каждые 20 уровней. Нихера себе, каждые 20 уровней. Ну так это жестко. Получает больше снарядов каждые 20 уровней. Тут вот парень был, у которого сразу плюс один ко всем оружиям. Вот он, мне кажется, вообще им балансен. Все оружие. Время отката оружия уменьшается 5% каждые 10 уровней. Тоже крутой. Вот именно на всякие плевалки это очень сильно. Плюс 30% к размеру начинается временным бонусом к откату. К размеру? Чё, какой размер? Чё за размер? Марчана стоит 650. Это скелетосик. Я сейчас, наверное, героев потрачусь, так просто интереснее играть, а те прокачки, которые там внутри, мы потом откроем еще раз. Ну, таким заходом вообще легко. У него главное оружие его... у него главное оружие это молния. Вау. У этого огненный фаербол, у этого какие-то кости, у этого метательные ножички. Блин, но мы, наверное, это, может быть, глянем попозже, и немножечко отдохну, и, может быть, сниму новую серию. Посмотрим, все будет, как говорится, в ваших руках. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки.
Пока-пока.